Друзья, всем привет! Вот такие сегодня пятаки купил за 200 гривен, 1771 ЕМовский. Так, 1775 ЕМочка тоже. Вот, и 1764 ММ монетный двор. Этот уже подороже идет. Ну, такое состояние. Сейчас, кстати, приедут, их уже заберут по 150 гривен. Есть у меня постоянные клиенты. Вот так, ребятушки, это все я покупаю у населения. Плотно работаю с копачами. И благодаря этому процветает мой бизнес по антиквариату. Вы часто задаете вопросы, вот еще раз вам отвечаю. Кто-то считает, что это дорого, я покупаю. Ну, каждому, у каждого своя дорога. Кому-то дорого, кому-то дешево. Вот так. Все, ребятушки. Сегодня стрим, кстати, на 6 часов. Все заходите.